Всем привет, ребят, с вами Андрей. Точнее, рыбка Андрей. Сегодня мы, потому что в аквариуме. И океанариуме. Во Владивостоке. Жесть, тут так круто. Какая красота. Так, ну все, мы заходим. Начало экспозиции. Идем. Прекрасное место. Эволюция жизни в океане. Сейчас нам все расскажут. А, нет, не расскажут. Да. Тут что, спускаться? Ой, как... Ой, как красиво. Ой, что-то страшно. Жесть. Всем советую. Он. Андрюша, вон мой. Да. Всем советую сюда ездить. Это город Владивосток. Остров. Русский остров. Жесть, как тут круто. Я тут все так забыл. Реально. Не зря же мы сейчас рыбку искали, да? Угу. Венский организм исчезли не остальных родов. На смену ему пришел Кенни. Время удивительного эволюционного взрыва, когда за короткое историческое время появились представители практически всех типов животного царства. Вот такая. Известно сатан. Океанариуме? Так. Все, мы рыбки. Реально, самые настоящие рыбки. Нет, смотри, медузки. А, точно. Смотри, какие они странные. Что с ними? Не знаю, они что-то сверху лапами лежат. Все. Интересные. Может, так? Наверное, спят. Даже это не статуи. Так, что-то тут интересно сейчас. Поставь пока. Смотрите, это какой-то ДНК или что? Так ты читай, что. Трилобиты. Это вот эти вот звери? Трилобиты. Вот это страшно. Кораллы. Что это такое? Это кораллы. Видишь, на камнях вон всякие разные кораллы. Ну да. Вот, смотри, никого нет, только зелененькими он там машет. Ого, смотрите, как тут все прикольно устроено. А? Вот это тут треугольник. Реально. Вот его реально всем советую. Это океанариум. Вау, там какая-то акула. Ой, вообще древняя. Так. А где здесь кто? Здесь, наверное, тоже кораллы. Вот эти всякие растения. Что-то тут все пустое, ребят. Вот мы плывем к новой местности. Ого. Что-то прям древние рыбы. Вот это страшило одноглазая. Страшная рыбка. А тут у нас что? Фильм. Еще какая-то жизнь природная. Очень крутое место. Зебра. Зебра акулы. Акула зебра. Зебровидная акула. Зебровидная акула. Она какая-то, слушай, она это как будто еще нам это мохнатая. Ну да. Крутой океанариум уже. Вау. Кто-то такие плоские. Какие-то плоские рыбки.
Смотрите, вон она, смотри, сидит на камне. Рыба с ногами. Рыба с ногами. Илистые прыгуны. Чё? Илистые прыгуны. Илистые прыгуны. Вот уже реально с ногами это рыба. Саламандра. Смотрите, мы пришли к какой-то акуле. Она сейчас нас съест. Что это за акула? А, открывает зубы. Кранозавр? Обитатели древних морей. Можно туда пройти. Ну, мы вообще акваменов сейчас. С такой рыбкой не хотела бы поплавать. А если бы все же пришлось, если с ней поплавать, то что бы? Ты снимаешь? Да? А там что? Выход, походу. Да не, нам не надо на выход, нам надо доходить. Это что? Показывает изменение Земли, что происходило с Землей. Эволюция Земли? Миллион лет. И больше миллиарда лет. Ты снимаешь? Вот тут еще что-то, а тут экран вообще. Фильм. Мы в кинотеатре. Сейчас сядем, смотрим. Ребят, всем советую этот аквариум. Всем. Что-то крутое. Жесть. Фильмич. Кино. Про воду. Мы еще Аквамен на самое настоящее. Это что за чудище? Еще скример будет. Нет. Фух. Скример нет. Мы еще рано радуемся. Что это за чудище? Или это другое? Нет, это тоже. Это что, динозавр какой-то подводный? О, жесть. Это что? Варан. Баран? Варан. А, варан. О, смотри, выскочила одна. Вон. Игуана. Какой варан? Игуана, видишь? Вот она идет. Да. Это, смотрим. Ого, красавчик. Древний, огромнейший крокодилище. Может, это из-за твоей ряды? Так. О, какой хвостище. Где рыба? Может, в какой-нибудь невидимой стране под куполом, да? Да. В стране инопланетяне. Еще, да? Может быть. Вот это да. Это на потолке. Вот это низ. Это вверх. Круто. Прямо с... Ну уже жестко. Вау. Так, вот тут что-то прям такое. Микроводоросль. А что там в темноте? Красиво. История рыб. Водяной клещ. О, все, это новое что-то. А ты уже здесь? Смотри, Андрюш, вон здесь ископаемые штучки и пошли рыбки. Ископаемые. Смотри, как они светятся. Смотри, какие красивые. Яркие, это прям искры, как эти светоотражайки. Жесть. А это что за шарики? Сейчас прочитаем. Паницеум.
панициум. Это какие-то кости или что? Или под водой, что это такое страшное? А это у нас что? Гексанцистры. Это животное или что? Какой-то супер-мега-ультратехнологичный материал. Вы видите его? Так. Что-то крутое уже начало нравиться. Моделька рыбы. Светящийся. Я бы сказала, крутое продолжается. Крутое продолжается, ну да. Так и есть. Модельки всякие какие-то. Ого, тут какая-то штука. Электронный микроскоп. Электронный микроскоп, это что такое? Я такого никогда не слышал и не видел. Так. Так это слышишь? Вон тут можно это слышишь? Вот взять лупу. Смотри, какая маленькая штучка. Ее можно разглядеть. Лупу приложить, она увеличит. Смотри. Прикладывай так, чтобы тебе видно было. Да, там уменьшился. Да не ты уменьшился, а она должна увеличиться. Крутое продолжается. Так, куда-то мы пришли, мы заблудились. А, нет, выход. Или куда мы вышли? Космический. Да. А где мы? Ставь пока паузу. Поехали на экскаваторе. Продолжение экспозиции. Крутое продолжается. Переключение, продолжение. Все продолжается. Ну и что ты вообще снимаешь? Едем. Интересно. Я не помню, что мы здесь снимали. Вот это ядерные штуки или что это такое? Какие ядерные? Какие-то это просто прикольные. Ну да, что-то такое. Едем, я сделала. Круто уже. А, нет, мы тут, кажется, были. Реки и озера. А, вау! Вот это все, да? Вот. Так, еще какие-то запахи у меня. Ой, запахи. Ну, знакомые как бы. Такие рыбища. Сибирские. Сибирский осёл. Обитатели реки Амур. Будем смотреть этих обитателей. Смотрите! Ротан-головешка. Ротан-головешка. Обычные рыбки. Стандартные. Пискарики. Что? Это пискарики. А это... Что это? Касатка плеть, касатка скрипун. А где скрипун? А, вот. Это что там? Мейголов? Идем дальше. Идем, я, Андрюша... Еще рыбки.
хищные рыбы Амура. Очень большие. Это что? Щука, что ли? Это похоже на щуку. Не знаю, какие-то рыбки, не пойму. Это кто такие? Это Андыш, озеро Ханка. И его обитатели. Да, видим мы, конечно. Вот это вот рассказывает про озеро Ханка, что можно посмотреть. Лососи ковразные Байкала. Ага. Атлантида, да, какая-то снежная. Ну да, типа лед. Изучаем пингвинов, да? Смешные существа. Вот как ходить? Вот так. Пойдем посмотрим, как они ходят. Мы приближаемся к позиции к северной. Лед, белые мишки. Пингвинчики. Это потолок. Прикольно, да? Хочется потрогать морскую звезду. А вот морской огурец. Ракушечки. Что это боится? Хочешь потрогать? Вот смотри, какая штучка. Папа не хочет. Морского огурца. Такой милый. Осьминожище. Ох, там какой красавец. Ой-ой-ой. Какие-то прям супер-пупер, какие-то медузки. Разные. Какие-то цветные нитки. Второй этаж. Какая красота, невероятно. В тропиках.
Настоящие тропики. Пойдем посмотрим. Настоящий тропический лес. Душно, влажно, зелено. Ливень, да? Настоящий тропический ливень. Выглядит как-то так. Тропики. Тропические рыбки. Я тут сижу, что крыши, да? Ничего себе, сколько рыб. Смотрите. Включила. Ладно, всем пока. Да, меня в темку точно так.